Всем доброго времени суток. Мы находимся в магазине камней, что ли, сказать. Ну нет, мы не для себя приехали их выбирать, смотреть, а просто по случаю. Что называется, проходим мимо. Хочется мне вам показать. Магазин хорошо декорирован. И камни, все разновидности, сложены вот в таких вот железных контейнерах. Сегодня немного пасмурно, ну тепло и солнышка нет, хотя утро, вон как красиво. Тут другие уже камни, похожие на кораллы. Здесь вот такой. А здесь гладенькие, приятные. И это такие плоские. Каждый контейнер отличается от предыдущего. И цветами, и структурой, и фактурой. О, Господи. Каменюки. Какие красивые полосатики. А здесь набор фиолетовых. Какой-то кристалл. Боже, богатство-то какое. На солнце, наверное, переливался бы красиво. Как всегда, все у дороги. А тут магазин с коврами. Ну, я так решила. Потому что витрины в коврах. И дельфины из камня. Ага. И вход выполнен в виде таких арок каменных. Красиво! Куча упаковки натурального камня. Куча изделий для декора. Не знаю, как объяснить, из чего они сделаны. Вазоны для цветов. Для лестницы. Ой, даже лев розовый. И гуси-лебеди. Но пальмы в горшках и какие-то другие деревья тоже продаются. Ну, в общем, мы находимся на каких-то необъятных просторах Анталии, на каких-то выселках. Сумасшедший трафик. Это дорога к аэропорту. Ой, какая машинка. Нюху! Мчится. Мы едем в автобусе, проезжаем вот это вот чудесное в кавычках здание. Спросила у зятя, что это. Ну, в общем, это офисное здание. Ну, невероятная архитектура, на мой взгляд. Вот, двигаемся с разных ракурсов. Весь этот шедевр хочу
Надо снять. Продолжает съемку уже на следующий день. Мы проделали свои утренние процедуры. Погуляли. Сегодня прям жара. Я в новой футболке. Довольная, счастливая. От жары уже что-то там. Прямо по-настоящему жарко, все уже течет, пить охота. Ну, идем домой. Еще сегодня среда, значит, базар у нас впереди. Пойдем яблочек купим. Всегда ходим по этой дороге, ну, на детскую площадку. И только сегодня заметила опять это рождественская звезда, как я показывала там в Кипезе до этого. Огромное дерево. Но оно не пушистое, но все равно. Сейчас вам покажу. До сих пор цветет. Конец марта. Сегодня еще какое число? 30. 30? О, 30 марта. Переверну камеру. Думала, прошли уже, пока я болтала. Нет, вот оно. Я даже дотянуться не могу. Вот, до нижней веточки дотянулась, но эти еще не распустились. Красота. И огромные лимоны по-прежнему висят. Или даже это помело. Ну, чего-то там цитрусовое. Дядечка вот этот сейчас к нам подошел и идет с базара. В общем, корзинку с дам-дам сейчас, господи, протягивает. И что бери? Мы, естественно, не поняли совсем, но думали, что он предлагает купить. А он угощает и настаивает, чтобы мы взяли. Ну, в общем, вот взяли мы 3 штучки и идем. Довольные. И, а этот, как всегда, наш. Да-да-ням-ням. Да. Везде все расцветает, зацветает. Вот это интересно, что мелкие листочки такие. Ладно, расцветет, увидим. При ярком турецком солнышке хочу поведать вам, что мы купили. И пойдем домой обедать. Итак, рассказываю. Яблок мы взяли 2 килограмма. К сожалению, яблоки подорожали. Они прям по 7 лир. Но так как у нас есть свой яблочник, он нам за 6 отдал. 2 килограмма яблок взяли. Отличные. 1 кочан капусты. Ну, не сильно он большой, но и не маленький. Плотный. 7,50 лир. Умножаем на сколько, Саша? На 6. Ну, упало, что неплохо. Ну, в общем, на 6. Килограмм взяли Виктории. Вот не такой искусственный, большой, огромный, а вот домашний взяли. Она чуть помельче, где-то вот такая она корявенькая, не такая ядреная. По 15 лир килограмм. Вот этот весь контейнер. Ну, вот. За 15 лир. Чеснок. Подержи. Чеснок первый раз купили. Вот 4 штучки. 10 лир. Ну, еще зелень у нас здесь. Укроп, петрушка и руккола. Петрушки, какой огромный пучок. 2,50 стоит петрушка. Там руккола и укроп. За 3 пучка вот всего этого вместе 11 лир отдали. И килограмм черри по 15 лир за килограмм. Такие черечки. Вкусные, сладкие. Ну все, солнышком поделилась. Про покупки рассказала. Цены поведала. Пойдем домой обедать. В футболках мы, жара, красота.
настроение потрясающее. Пока-пока. До встречи в следующем видео.